Добрый день, друзья! Сегодня 12 августа 2019 года, и мы сейчас посмотрим с вами хамсу. Хамсу. Дата вылова у нее, сейчас скажу, 17 декабря 2018 года, то есть декабрьская хамса. Так вот, морская заморозка. Это у нас идет первая забивка. Сейчас, одну секундочку. Сейчас мы ее достаем. Вот так вот она выглядит. Прекрасная хамса. Ни капельки крови. Два брикета по 11 килограмм, в одной упаковочке 22 килограмма. Вот такая вот прекрасная азовская хамса. И самое главное, друзья, подписывайтесь на канал, будет дальше больше видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте лайки, дизлайки, кому понравилось, кому не понравилось, комментируйте. И до новых встреч. Скоро будут интересные серии.